Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня у нас прямой эфир по очень классной теме «Пилочный маникюр». Вы все знаете, что я очень долго искала эксперта для этой темы. И, наконец, я его нашла. Оказался он очень близко. Вот, из Ростова-на-Дону. Рита, причем Рита когда-то работала у нас давно мастером, потом уезжала жить в Москву, там работала в больших крупных салонах, потом вернулась обратно в Ростов. И сейчас опять работает у нас в бутике резидента. Вот, и я очень рада, что именно с тобой у нас сегодня получилось у нас сконнектиться. Курс получился онлайн очень классный по пилочному маникюру, потому что это последние 2 года очень актуальная тема, и несмотря на то, что у нас есть в портфеле онлайн-обучение европейский маникюр, вот пилочный европейский маникюр, они чем-то схожи, вот, но здесь все равно немножко другие нюансы, и сегодня мы хотели бы вам показать на одном пальчике, причем мы выбрали сегодня именно мужчину клиента, потому что, Рит, расскажи, вот почему на мужчине это вот сильнее всего, вот можно увидеть, во-первых, обратную связь, результат, и почему мы именно мужчину сегодня выбрали. Хотя в курсе ты же делаешь не только на мужчинах, правильно? И на женщинах тоже, да. И среди клиентов женщины все в восторге от пилочного маникюра, возвращаются именно за пилочным. Но ну, мужчины... расскажи, вот давай сейчас подробно вот про этот тренд пилочный маникюр, потому что ты все равно долго жила в Москве, работала, и у тебя основной упор шел именно на вот этот безопасный пилочный маникюр. Да, начну с самого начала. Когда первый раз попробовала пилочный маникюр, ну, скажем так, осталась не в восторге. Но когда клиенты стали приходить и просить именно в салонах люкс-класса, да, именно маникюр пилками, стала его делать, немного дорабатывая технику по своему видению, так скажем, да, стала делать пилочный маникюр, клиенты стали возвращаться, все нахваливают технику, то, что после классического маникюра хватает, ну, его, ну, грубо говоря, на, после 3 дней, да, уже эффект менее заметен свежего маникюра. С пилочным же мы можем ходить 2 недели, просто не заглядывая на руки, никаких заусенцев, ни отросшей кутикулы, сухих боковых валиков тоже у нас нет. Мужчины очень любят пилочный маникюр по той причине, да, что нет, во-первых, режущих инструментов. Может быть, ну все вы, наверное, делали уже мужчинам, да, маникюр. Они даже комбинированный ряд не любят, да. Ты понимаешь? Когда особенно видят аппарат, да, для них это шок. Вот. И поэтому я сначала протестировала на своем муже пилочный маникюр. После того мы сделали, ему начали делать снова комбинированный. Разница была колоссальная. Снова вернулись вот на пилочный. Сейчас покажем вам, все подробно расскажем. Вот, кстати, у меня муж делает маникюр, но очень редко. И вот последний маникюр был у Риты. И я вот ему спрашиваю, говорю, ну как тебе? И он, знаешь, что сказал? Говорит, вообще, говорит, прикольно. Как массаж тебе делают? Mm-hmm. Мне что понравилось? Нет, не машинки, как же он обзывает как там машинку маникюрную. Ну, в принципе, наши девочки комбинированный маникюр и аппаратный делают, ну, очень комфортно, никогда не по, без повреждений, без ничего. Он говорит, ну здесь это просто процесс приятный очень, тактильный. Вот он очень приятный, он говорит, это как массажируют тебе, постоянно mm-hmm. массажируют. Говорит, короче, там тебе много любовь, да, Рита, ты у него богиня теперь маникюра. Да, на первую процедуру пилочного маникюра может занять, ну, даже около часа, если это мужчина с запущенными руками, да, который никогда не делал маникюр, либо только классический маникюр. После второго посещения у нас уже на маникюр идет около 30 минут. Угу. Около 30 минут, да. Очень сильно сокращается время процедура. Так, давай сейчас начинать, и ты попутно будешь рассказывать, что еще входит в курс онлайн mm-hmm. пилочный маникюр. Я, кстати, потом еще лендинг покажу, потому что Вера Мирошниченко туда добавила вагон просто бонусных уроков, помимо основных пилочных. Сразу, ну давайте, сейчас мы вам покажем нашего клиента. Сегодня у нас молодой человек. Руки показать сразу. Да, очень симпатичный, смотрите, да. И руки как раз последние несколько раз были именно с пилочным маникюром. Ему это очень, я так поняла, нравится, да? Конечно.
Так, ну, давай мы сейчас если вы перейдете на курс, вы увидите его... Ты его использовала руку в пилочном маникюре, да? Да, в крайний раз мы делали именно пилочный маникюр. Угу. Так, давайте я сейчас вам быстренько перед началом мастер-класса, сегодня мы именно показывать будем пилочный маникюр, расскажем подробности, как делать, все расскажем. И сейчас я покажу сам лендинг, чтобы вам было видно, что же входит в пилочный маникюр. Сейчас мы вот так его кратко пролистаем. И здесь вот посмотреть, пилочный маникюр, входит несколько уроков, причем уроков не только мужские руки, но и женские руки, mm-hmm, да? Да, с покрытием, с укреплением. И с покрытием, и с укреплением, да, кстати, я смотрела, там много-то всего. Mm-hmm. Там, понимаете, там не просто один маникюр, да, вот гигиенический, там Рита очень интересно сделала такую полную процедуру под ключ с разными вариантами, когда укрепление, запечатывание, покрытие. Поэтому там идет интересно не сам процесс только маникюра, но и дальше процедура под ключ. Вот. Что касается помимо самих маникюров, там их несколько клиентов, причем брали возрастные руки, очень сложные руки, модели прям не брали красивых рук, смотрите. Вот специально в этом курсе не брали красивых рук. У нас там идут мужские руки и женские в возрасте. Вот да, сколько 70, лет было? 71 год. Вот, 71 год, вообще представляете? Очень сложно было, кстати, делать маникюр на таких руках, чтобы это еще было все идеально. Вот, поэтому взяли очень сложные руки. И также, помимо основных техник маникюра, пилочного маникюра, посмотрите, сколько бонусных уроков входит. Очень много. Начиная с лечебного маникюра, с буст-терапии, спа-уход, укрепление ногтевой пластины, восстановление натуральных ногтей с помощью полимерных систем, восстановление ногтей при дистрофиях, фотографирование даже сюда добавили. Видите, успешные продажи и даже курс по дезинфекции и стерилизации, аж 3 урока в подарок. Вот это вообще классный бонус, самый последний, он самый классный. Вот, и именно сейчас, только один день, у нас будет висеть специальное предложение. До завтрашнего вечера. Вот, до завтрашнего вечера. А, здесь у меня, вижу, 10 часов осталось, но мы сейчас исправим, ну да, сутки. До завтрашнего вечера это будет как раз примерно сутки. Без сопровождения 2800, сейчас хорошая цена, и с сопровождением 4000. Давай начинать? Да, давайте. Очень главный такой момент – это пилки. Мы не используем обычные пилки, да, как известно, что с абразивом, абразив 180 может выглядеть по-разному. Вот для мужчин я использую именно сменные файлы с абразивом 180. Почему? Если я посмотрю на абразив 240, разницы особо не увижу, но по тактильным ощущениям, да, 240 у меня более мягкий, на 180 более грубый абразив. Его я всегда использую для мужчин, потому что у них боковые валики более загрубевшие, кутикула тоже более грубая. Для женщин, в принципе, на 240 подойдет, но, опять же, не для всех. Для молодых, да, более возрастных клиентов всегда берем на 180. И мне понадобится сменный файл бафа. Основа у меня обязательно пластиковая. И файлы все на пушап основе. Почему? Для того, чтобы у меня была более лучшая амортизация. Приклеиваю файл я сначала, чтобы у меня... Сейчас я приклею и покажу вам. Чтобы у меня кончик... Переверну, видно, да, немножко выступал. И вот эта вот сторона бумеранга тоже слегка выходила за основу. Для чего я это делаю? Чтобы у меня при работе с боковыми валиками, с боковой складкой, либо под кутикулой я буду зачищать, мне было удобно туда зайти пилкой. Баф. Можно баф приклеить на вторую основу, но мне удобно приклеивать на одну основу, так как, чтобы не тратить время. Мне нужно будет, да, если использовать баф, одну пилку положить, потом баф взять. Я люблю экономить время свое и клиента. Да? Давай модель руку. Обязательно для начала я использую очищающий спрей. Дезинфекция рук мастера, рук клиента.
И мне еще понадобится апельсиновая палочка. Начинаю отодвигать кутикулу. Девочки, смотрите, эфир сохранять не будем. Вот, эфир это только если смотреть сейчас в моменте. Эфир сегодня сохранять мы не планировали. Отодвигаю кутикулу и теперь начинаю обрабатывать боковые валики. Пилки можно покупать любые сменные файлы. Вам вот сейчас Рита примерно показала, что нужно. Надо пробовать, смотрите. Надо все пробовать. Вот поэтому какой фирмы мы конкретно не можем сказать, потому что в Эми таких сменных файлов пока нет, вы знаете. Это пока у нас позиция открыта. Вот. Можно брать любые сменные файлы. Да, девочки, нужно пробовать. Главное, чтобы они были не острые по торцам. Будут острые по торцам, мы будем просто-напросто резать клиента. Как мужчинам приятно, вот именно вот этот момент. Получается такой вот тактильный контакт, массажный эффект. И мужчины обожают этот маникюр именно за вот этот момент. Вот, ты знаешь, очень часто задают вопрос насчет ценообразования. Вот ты как считаешь, этот маникюр в любом случае он должен стоить дороже? Он не может стоить, как обычный у вас маникюр. Да, но я советую так, к примеру, сначала его сравнять с обычной стоимостью, да, в салоне, а когда мы уже клиентов, так скажем, подсадим на этот маникюр, ну, мне кажется, тогда можно будет уже повышать цену, потому что мало клиентов, которые хотят, ну, вот если мы им предложим аппаратный маникюр, к примеру, за 1000 рублей и пилочный маникюр за 1500, конечно, они у нас выберут, да, что подешевле. В основном, конечно, все клиенты, да. Так, да? Да, поэтому получается, чтобы разрекламировать этот маникюр среди ваших клиентов, сначала его нужно делать по обычной стоимости вашего текущего маникюра. Это хорошо. Первое. Для какой кожи подходит? Для любой? Для любой кожи подходит, да. Ну, опять же, если у меня руки полностью все в заусенцах, да, и я без кусачек не обойдусь. Вот, мы тогда клиента предупреждаем и постепенно его переводим на пилочный маникюр. Да, это постепенно. Вы если вот даже вот эти руки увидите в курсе, вот они изначально выглядели совершенно по-другому. Даже вот у меня, кстати, у мужа после пилочного маникюра сейчас намного лучше выглядит кутикула. Я понимаю, что он, если будет делать его хотя бы раз в 2 месяца, а у него же он к тебе пришел с заусеницами, вот сейчас у него заусениц нет уже. Просто это нужно делать регулярно, и постепенно вы клиента за усеницами приведете к очень такому, ну как, культурному виду кутикулы, даже если прошел месяц. Вот особенно это для мужчин подходит. Да, у меня сейчас девушки в салон приходят и просят именно пилочный маникюр. Да, потому что это сейчас тренд. Кто-то пишет «скучный маникюр». Совсем не скучный, классный. Очень похож на европейский, действительно. Просто европейский маникюр мы делаем по мокрому и специальным брусочкам. А здесь маникюр делается по сухому. Вот. А манипуляции, конечно, очень похожи на европейские. Но все равно результат по сухому, вот особенно на загрубевшей толстой кутикуле, другой. Вот совершенно другой. Да, совершенно другой. Боковые валики перестают сохнуть от слова совсем. И еще это огромный плюс для тех мастеров, которые делают услугу в 4 руки. То есть, когда у нас клиент сидит на педикюре, нам удобнее же взять пилку и обработать пилкой, правильно, кутикулу, нежели нести аппарат, устанавливать аппарат, гнуть спину, чтобы обработать. Ну вот, по своей практике намного проще сделать пилочный маникюр. Да, ничего для этого не надо, особых приспособлений. Вот вы посмотрите, у нас вокруг просто пустой стол, 2 файла и палочка апельсиновая. Все, больше ничего. И даже жирная, мясистая кутикула, даже в этом случае получается очень красивый результат на выходе. Это вот как раз для мясистой толстой кутикулы. Да. Вот у меня, у мужа, я просто вспоминала, он к тебе пришел с заусеницами, и у него же такая толстая кутикула.
И особенно еще у кого тонко налипшая на ногтевую пластину кутикула. Очень часто мастера ранят аппаратом, да, и классический маникюр сложно сделать. А пилочный маникюр прям спасение и для клиентов, и для мастера. Сейчас обезжирим. Евроклинцером протру всю пыль. Девочки, мы тоже делаем пилочками. Ну, смотрите, если вы возьмете маникюр европейский, там идет брусок, плюс всегда мы используем пилки, зебры для моделирования. Там 20 лет назад мы тоже это делали, но здесь немножко другая технология. Здесь фишка в том, что вы обрабатываете именно вот этот сам край кутикулы, и он остается не в том виде, с каким пришел клиент, а ее намного меньше становится, этой загрубевшей кутикулы. И кутикулы, и покрытие под кутикулу у нас получается. Если мы будем обычной пилкой обрабатывать, ну, как раньше, да, коррекцию да, делали и сразу опиливали кутикулу. Но у нас же покрытие было в стык-стык с кутикулой, а сейчас мода обязывает покрывать именно под кутикулу. Поэтому у нас под кутикулой все вычищено. Я потом при покрытии, когда приподниму, да, это пушером либо апельсиновой палочкой, ну, кто, кому чем удобно, у меня идеальное покрытие ляжет. Именно вот мою подкутикулью. Причем чем чаще клиент делает его там вот, хотя бы раз в месяц, потом на выходе через полгода будет очень хороший ухоженный вид и боковых валиков, и кутикулы намного лучше. Да, мы сейчас делаем на мальчике. Ой, это мальчик. Да, мы выбрали именно мужские сегодня руки для демонстрации. Они более сложные. В принципе. Мы сейчас специально сделали один пальчик. Можно сейчас вот эти три вместе сделать будет. Сейчас, чтобы вы разницу посмотрели. И сейчас остальные три пальчика мы сделаем одновременно, чтобы вы посмотрели конвейером. Как я работаю с клиентами? Я сразу отодвигаю кутикулу, подпиливаю свободный край. Боковой валик. Не обязательно при первом разе использовать щипчики. Девочки, щипчики, они используются только по показаниям, если у клиента прям реально торчат заусеницы. Но вы это и при комбинированном, и при аппаратном вам придется эти заусеницы удалять щипцами. Да, ну если это сухие заусенцы, мы их можем пилкой убрать. Если они болезненные, да, они, как мокрые. Да, ну, мокрые, с кровью, конечно, это только щипцы. Мучить клиента не будем. Второй боковой валик. По времени спрашивают, сколько? Девочки и мальчики, смотрите, на первый маникюр может уйти около часа, минут 50, смотря от запущенности рук. Второй маникюр вы уже минут на 10 меньше сделаете, а третий маникюр так вообще минут за 25-30. За 20 минут даже я практически никому не делаю, это когда уже в идеальном состоянии руки, тогда да. В курсе мы даем поставщиков, где лучше всего взять сменные файлы, потому что, конечно, здесь очень важна цена этого сменного файла. В курсе мы все даем. Так, про время ты уже сказала. Что-то еще? Начинаю работать с кутикулой. В курсе мы использовали руки не только мужские, мы также использовали руки женские, и мы специально брали возрастные руки для этого курса, потому что с возрастными руками, где большое количество, ну скажем так, эптеригия и очень сухая кожа, наша модель, ей был 71 год, одна из моделей, кто была в курсе, вот, и там, конечно, очень наглядный результат до и после. Хочу сказать, после офлайн-курсов, когда модели, да, приходили, теперь они записываются только на пилочный маникюр. Конечно, когда такой попробовали. Потому что там дольше держится результат.
Начищаем и бафиком зачищаем. При желании мы можем еще заполировать потом ногтевую пластину мужчинам, да, но у нас мужчина не хочет полировать, поэтому мы просто зашлифовываем. В Эми этих сменных файлов пока нет, девочки. Но в курсе мы даем ссылку на поставщиков. Можно попробовать, в принципе, любые сменные файлы, но нужно смотреть на цену, потому что есть, конечно, цены очень высокие на сменные файлы, и таким образом себестоимость маникюра очень сильно возрастает. Чем отличается от аппарата? Ну, в первую очередь, тактильными ощущениями для клиента, потому что не все клиенты любят классический аппаратный маникюр. Тактильными, и аппарат все-таки подсушивает боковые валики в особенности. После пилочного маникюра такого нет, его хватает намного дольше. И мне кажется, такой прям очень важный фактор – это стерильность. У нас полностью одноразовые инструменты. Можно, конечно, попробовать сделать обычным бафом и обычной пилкой, пробуйте, но здесь удобно, потому что это сменные файлы, они приклеиваются, видите, с небольшим зазором, и это очень удобно, особенно если это женская рука, и нужно потом делать глубокое покрытие под кутикулу, вот, пазухи, синусы очень хорошо чистятся именно вот в этом методе пилочного маникюра. Почему я так именно приклеиваю файл на основу, да, чтобы он немножко выступал? Для того, чтобы не использовать апельсиновую палочку с абразивом. Наверное, кто интересовался уже пилочным маникюром, видели, что некоторые инструктора, мастера, да, используют апельсиновую палочку, и у них абразив приклеен. Да, я тоже видела. Чтобы не тратить ни время, ни деньги, я приклеиваю специально на основу так пилку. И она ничем не хуже, точно так же зачищает и в синусы, и под кутикулу заходит. Спрашивают, а следы от пилки остаются? Нет, не остаются. Обратите внимание, я работаю абразивом именно с кожей. С этой стороны, которая касается ногтевую пластину, у меня абразив не касается ногтевой пластины. Которые сменные файлы у нас и которые мы использовали в курсе, они специальные, потому что не все, это мы уже подобрали просто, перепробовали очень много, подобрали те, которые подходят, вот, ссылку на поставщиков мы даем в курсе, вот, поэтому кто уже купил курс, потому что Вера Мирошниченко этот курс начала продавать еще утром, вот, там будет у вас ссылка на магазин, и там хорошая цена на эти файлы. Ну, просто вот кто-то пишет, что я делаю обычным бафом и обычной пилкой. Вы, конечно, можете это пробовать делать, но чтобы сделать глубокий пилочный маникюр просто пилкой и просто файлом каким-то там тем же грубым, ну, не получится. Да, это нереально. Как делать при коррекции, спрашивают. Все то же самое по стандарту. Мы на курсе, опять же, это все рассматриваем. Да, кстати, в курсе есть урок по пилочному маникюру, где как раз Рита делает коррекцию с покрытием. Не просто укрепление, а прям вот коррекцию с запечатыванием, с укреплением. Если вижу, где-то нужно доработать, дорабатываю. Сейчас у нас специальная цена на сутки висит на этот курс. Вот в течение суток вы сможете купить курс либо с сопровождением, либо без сопровождения по очень хорошей цене. Есть вероятность пораниться или нет? Это нужно очень-очень сильно постараться, чтобы поранить клиента. Прям очень сильно. Девочки, ну опять же, смотрите, если у нас, смотря от файлов, я не могу вам давать гарантию, какими вы файлами будете работать. Да, если мы перепробовали с тобой много файлов, да. Есть файлы, они прям действительно начинают рвать кутикулу. Рвать, ранить, боковые валики так не зачищают. Очень так сложно. Можно. Очень сложно подобрать... Потеряла мысль немножко. Sorry. Ничего, нормально. Я забыла.
Ладно. Девочки, ссылку на поставщиков мы даем в курсе, потому что мы сами очень долго искали, чтобы была цена хорошая и чтобы действительно он подходил идеально для глубокого пилочного маникюра. Это все будет в курсе. Ссылка на курс сейчас, я ее повешу в сторис и, наверное, повешу себе в шапку профиля на сутки. В курс входит, давай перечислим, вот прям сколько уроков по пилочному маникюру. Первый урок – мужской маникюр. Мужской маникюр, да. Второй урок – это маникюр с покрытием гель-лака именно на возрастных руках. И третий урок – это, опять же, пилочный маникюр при коррекции. Да, вот что самое модель, главное, там прям с коррекцией сделано. Модель тоже у нас. Я молодые руки не брала, ну, потому что, сделав на возрастных руках, да, молодые руки мы 100% как бы осилим. А вторая модель, ну, она в районе 40 лет. Вот, у нас, получается, была модель мужчина, была модель 71 год и была модель 40+. Такой вот эффект у нас получается. Спрашивают, обязательно такой делать маникюр или может просто классический делать? Ну, понятно, что мы никого не заставляем делать именно такой маникюр. Просто сейчас на пилочный маникюр тренд. И был очень хороший вопрос по цене. Вот расскажи, сколько у тебя в Ростове сейчас этот маникюр стоит и сколько стоил в Москве? В Москве у меня этот маникюр стоил только маникюр без покрытия 2400. Просто маникюр пилочный. Круто, 2400. С покрытием сколько? Ну, около 4,5. Там. Он равнялся практически цене покрытию, можно так сказать. В общем, это такой вот люкс. Это прерогатива люкс для дорогих клиентов, которые любят за собой ухаживать. Да, здесь у нас сейчас маникюр стоит 1800. Это уже с покрытием в Эми Бутике. Ну, мы планируем потом поднять, да, цены? Топ-мастерами станем, поднимем цены. Клиентов наработаем на пилочный именно маникюр. И потом, я думаю, можно будет смело поднимать цену. Потому что клиенты приходят лично прям за пилочным маникюром, записываются у администраторов. Так, давайте сейчас еще раз пройдемся по лендингу. Я еще раз сейчас расскажу про курс. И платформу чатом покажи. Хорошо. А, у меня нету. Смотрите, пилочный маникюр, как Рита сейчас перечислила, туда входит три маникюра, прям под ключ, полностью мужской, на все пальчики, сделано с укреплением гель-лак покрытия глубокое, и мы сделали там коррекцию полностью с запечатыванием и с покрытием. Для маникюра использовались только возрастные руки специально, чтобы это было очень сложно для результата. И в этот курс входит очень много бонусных уроков, я сейчас так вот поближе сделаю экран, посмотрите, сколько входит бонусных уроков. Меня привлекает здесь из бонусных уроков, конечно, бонусный курс – это дезинфекция, стерилизация, аж целых 3 урока в подарок. Сейчас на курс в течение суток будет специальная цена, это с сопровождением 4000, без сопровождения 2800. Через сутки цена обратно вернется, это будет 5000 и 3500. Обучение можно проходить в чате, это очень удобно. Вот у кого телефоны? Старуха такая. Да, это очень удобно, именно в чате мне обучаться. Вот он, пилочный маникюр. О, давай, кстати, прям откроем. Вот смотрите, сколько разных уроков сюда добавили, помимо основных мастер-классов по пилочному маникюру. Вот. И обязательно там будет ссылка на поставщиков сменных файлов, потому что, еще раз говорю, мы с Ритой очень долго думали, какого поставщика давать, потому что не все файлы подходят, хотя многие мастера делают обычными сменными файлами. Вот сейчас даже в комментариях девочки писали, что это могут быть обычные сменные файлы. Но чтобы не поранить клиента, чтобы был именно глубокий пилочный маникюр, все-таки идеально подходит определенный. Да. Так. Фильтр не отключился, а то я на себя без фильтра смотреть не могу. Так.
Ну что, дайте ссылку. Смотрите, сейчас я выйду из прямого эфира. Эфир мы не сохраняем, смотрите. Это эфир вот разовый. Ссылка будет в шапке профиля у меня висеть. И ссылка будет у меня сейчас в сторис. Еще раз вешаем только на одни сутки. Вера Мирошниченко у нас сделала сейчас пост в Инстаграм. И она там сейчас разыгрывает 3 доступа бесплатно. Вера. Да, вот, победителей выбираем. Вот, она сейчас сидит, выбирает победителей, поэтому, если что... Ну, я, правда, в 3 часа им говорила. Да, Вера в 3 часа будет выбирать победителей. Нет, мы уже их сделали, давай. А, ну все равно эфир сейчас не будет сохранен. Девочки, сейчас все в сторис выставлю. Победителей в сторис смотрю. Еще мне часто задают по себестоимости самого маникюра. Это не намного дороже выходит, чем классический маникюр. Нам же не требуется металлический инструмент, нам не нужна заточка, фрезы, аппарат и тому подобное, да? Нам нужна только пластиковая основа и 2 сменных файла и апельсиновая палочка. Все. Это очень удобно. Это правда реально, особенно если делать обслуживание клиентов 4 руки, вот ты правильно сказала. Это очень даже удобно, физически да. Очень удобно. И там действительно получается глубокий маникюр. Вот смотрите, я тоже раньше очень скептически к этому относилась, потому что мне было непонятно, а как пазухи, как синусы там будут вычищены, насколько, чтобы сделать этот глубокий маникюр. И действительно, он совсем не уступает аппаратному, комбинированному. Он получается такой же чистый, такой же глубокий. И он подходит абсолютно для любых типов кутикулы. И хочу сказать, это все дело практики. Некоторые мне начинают писать, что это очень долго по времени с клиентом. Конечно, когда ты это делаешь первый раз, это долго. Если мы вспомним, когда мы обучались классическому маникюру, либо опять же аппаратному, у нас же тоже это все не быстро было. Все новое, все нужно, чтобы у нас по полочкам разложилось в голове. Здесь даже ремувер не используется. Смотрите, Рита не использовала вообще никакие жидкости. Я ремувер могу использовать в конце процедуры, чтобы вычистить всю пыль. Но, опять же, я им очень редко пользуюсь. Угу. Так, ну все. Я думаю, что мы ответили с тобой на все вопросы. Я у себя в сторис сделала отметку Риты. Переходите на ее аккаунт, подписывайтесь. И если вы еще сомневаетесь, покупать этот курс, не покупать, вы можете задать дополнительно вопросы еще Рите. И встретиться с ней, если вы купите с сопровождением, уже на платформе в качестве куратора. Да, если что, пишите в директ. Буду рада. Все, всем пока-пока. Всем хорошего настроения. Быстрее ко мне в шапку профиля, либо в сторис. Потому что хорошая цена будет держаться только сутки. Потом цена обратно вернется. Смотрите, цена никогда не будет понижаться. Это очень востребованный курс. Это пишет люксовая цена. Цена. Девочки, в смысле дорогая? Мне кажется, у нас дешевле, чем на рыночной стоимости. Это вообще недорогая. То есть, если мастер не может найти 2900 рублей на курс, вот это как? Это что? А вы как хотите? За 500 рублей, чтобы учили? Давайте делаем курсы по 500 рублей. И вот будем учить бесплатно. Ну просто сейчас видишь, Вера, очень сильно... И вы ногти давайте тоже будете клиентам делать бесплатно. Давайте. Ну как бы, а чего дорого-то в 3 шкуры драть? Бесплатно давайте все будем работать бесплатно. Сейчас просто, конечно, очень сильно обесценили обучение. Скажем так. Ну ладно, не важно. Все, девочки, всем хорошего настроения еще раз. Рита, спасибо большое, что сегодня приехала ради этого прямого эфира. Мужу твоему спасибо. Все, всем пока-пока. Пока.